крайней мере, Хагрида не уволили. Говорят, Малфой-старший в ярости. Так все не закончится. Ее приняли, ее оформили. Кого? Ту, о ком все говорят. Елизавета. Говорят, что ее сила еще дремлет. А если ее сила проснется и будет сильнее всех нас? Надо с ней подружиться. Точно. Я слышал, у нее скоро день рождения. Вот вам и повод познакомиться. Все верно. Нужно подготовить для нее подарки, но это должно быть что-то особенное. И придумать поздравление. Мы поможем ей пробудить и удержать свою силу. Входи. Как твои дела? Хорошо, сэр. Я по поводу новой студентки, профессор. Ее имя... Елизавета. Угу. Мисс Катасонова. Очень неординарная личность. Не так ли? Как-то странно. Тебе интересно, откуда у маглорожденной такая огромная сила? Надеюсь, ты не боишься ее? Нет-нет, сэр. Просто у нее скоро день рождения, и мы хотим поздравить. О, это похвально. Наша новая студентка Елизавета, потомок одного из некогда существовавших родов волшебников, потерявших со временем магические способности. Но данное обстоятельство ничуть не умаляет ее достоинства. Здесь, в этой колбе, находится мое воспоминание о ней. Ты должен это увидеть. Несмотря на бытующее в Министерстве магии ложное убеждение, что большинство маглорожденных менее талантливы в магии или неполноценны, тем не менее, по своей природе они зачастую одареннее многих волшебников. Тебе ли этого не знать, Гарри? Я понял, профессор, какой подарок для нее подойдет. Уверен? Ага. Да что вы о себе возомнили, мистер Поттер? Вы что, всерьез решили, что Елизавета станет вам лучшей подругой, если вы подарите ей дешевую открытку? Вы не правы, профессор. Банное полотенце с надписью. А может быть... никчемную статуэтку? Что еще пришло в вашу бездарную голову, мистер Поттер? Знаете ли вы, что Елизавета профессионально занимается рисованием? Вам даже не вдомек, что в будущем Елизавета станет великой волшебницей и непревзойденной художницей. Так я и думал. Это не так. Профессор Дамблдор показывал мне о ней свои воспоминания. В таком случае, отправляйтесь к себе и не опозорьте своим подарком честь школы. Чтобы сделать подарок нашей имениннице, вы должны погрузиться в самое яркое воспоминание, самое радостное из всех. Оно наполнит вас изнутри. Продолжай, Симус. Акцио Джордж, акцио твоя очередь. Акцио донум. Акцио донум. Призвать хороший подарок труднее всего. Сосредоточьтесь акцио на том, донум, что именно вы хотите подарить имениннице. Потрясающе, Джинни. Только помните, подарок должен быть таким же уникальным, как Елизавета. Я рассказал вам о ее жизни и увлечениях. Используйте эти знания. Думайте о чем-нибудь радостном. Акцио донум. Я пытаюсь, акцио пока не выходит. Я знаю, все хорошо. Это действительно сложно, ребята. Но у вас получается. Сосредоточься, полумно. Акцио донум.
Акциодонум. Акциодонум. Потрясающе, Невил. Ты молодец. Ну все. На сегодня хватит. Тренируйтесь самостоятельно, сколько можете. И вы все молодцы. Я уверен, что Елизавета оценит наши подарки по достоинству. Ты молодец. Джоу, что происходит? Там появился портрет именинницы. Не останавливайтесь. Как он там очутился? Никто не вешал, он сам появился. Сами собой портреты на стенах не появляются. Дайте пройти, пожалуйста. Дорогу, дорогу! Не напирайте! Ну, наконец-то. Я предвидел это. Это знак. Такое происходит раз в 100 лет. Сама собой картина появляется только если волшебник очень могущественный. Пора собирать всех в большом зале, Филч. Все в большой зал, пожалуйста. Happy birthday to you, Елизавета. Happy birthday to you, happy birthday to you. Благодарю всех за подготовку и организацию праздничного банкета в честь дня рождения. Наша новая студентка, мисс Катасонова, сегодня именинница. Много разных слухов о ней гуляет по коридорам нашей школы. Дабы развеять их все, я хочу прояснить некоторые моменты. Виновница торжества Елизавета должна была присутствовать на этом празднике. Мы отправили ей сову мистера Уизли с приглашением. Учитывая то обстоятельство... Твою сову? Рон! Что Эрл до настоящего момента так и не вернулся. Теперь понятно почему. Елизавета не приехала. Письмо еще не доставлено. По-видимому, сова заблудилась. И прежде чем мы приступим к нашему великолепному пиршеству, позвольте мне от лица студентов и преподавателей Хогвартса поздравить именинницу с праздником. Дорогая Елизавета, желаем, слышал, чтобы счастье пира никогда не оставляло салют тебя. Желаем тебе много друзей, которые будут всегда готовы разделить с тобой приключения и тайны. Желаем мудрости и знаний, которые помогут преодолевать трудности. Желаем любви и дружбы, которые сделают твою жизнь ярче и интереснее. Мы все готовы научить тебя верить в чудеса и никогда не сдаваться. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, и даже в самый тяготный миг рядом будут близкие и родные. С днем рождения, Елизавета! А сейчас угощайтесь.